Всем привет, меня зовут Виталий, и мне пришла посылочка, в которой был вот такой интересный конструктор. Стоимость его что-то в районе $1,5. Итак, в комплекте у нас две деревянные пластины, на которых имеются необходимые детали для сборки. Напомню, собираем мы вот такой вот небольшой танчик. Небольшая шкурка. Обычная шкурка, чтобы зачищать, видимо, какие-то неровности, если что-то, видимо, где-то будет не сходиться. Соответствующая инструкция. Ух ты, а я-то думал, тут как-то попроще. Наверное, мне надо присесть. Я думал, это конструктор детский. Из двух деталей буквально такие. А здесь... Не все так просто, не все так просто. B7, B5. Было бы классно, конечно же, если бы номера были выгравированы. Номера деталей были выгравированы на самом конструкторе. Вот это, кстати, напоминает значок Chevrolet. Забавно. Пластина А. А это у нас пластина с детальками B. Вот это. B7. Да, сборка не такая очевидная. Вот у нас деталька B7. Посмотрим на первую детальку нашу. Так, ну что я вам хочу сказать. Сама по себе пластина была склеена из двух. Поэтому вот как раз на этой детали имеется вот такой вот шовчик. Вроде как он пока не разваливается, но... И это, видимо, не дерево, как я поначалу подумал. Это картон. Видите, здесь на срезе, очевидно, однозначно видно, что у нас посередине картон, а сверху какое-то ламинированное покрытие. Так, достали мы первые наши детальки, и мы должны их собрать. Это, я так понимаю, мосты нашего танка. Вот таким вот образом у нас нанизывается колесо на кулак нашего автомобиля. И здесь имеется вот такая заклепка. По идее, я должен вставить ее сюда. О, входит. Мне казалось, она не войдет. Набор очень мягкий. В принципе, если что-то не входит, можно протолкнуть. Оно, видите, слегонца сминается. Вот такой вот бутербродик. Видно, да, что это не дерево, а прессованная бумага. В принципе, я даже ее могу немножечко сдавить. Вот. Еще разок. Опа. Вот у нас появилась рама нашего танка. Вставляем до конца. Так, одно колесо даже крутится. Было бы, кстати, целесообразно его склеить. Вот это стоит жестко, а вот это тоже жестко. То есть у нас одно колесо заднее люфтит по какой-то причине. Мы берем детальку B11. Выдавливаем из нее сердцевину, по-видимому. Вот эту деталь нужно вставить. Она имеет вот такое отверстие. Вставить вот сюда и вот так продеть. Зачем это нужно, я пока не понял. Только сейчас мы переходим ко второй картинке нашего конструктора. И здесь мы собираем совершенно другую деталь. Это башня B12. Это то, что у нас с вырезом от Chevrolet. Я уже, наверное, минут 20 присидел над этой частью. Вот наш значок Chevrolet, вот одна часть пушки. Мы должны ее вниз просунуть, сдвинуть в бок. Видите? Теперь взять другую часть пушки. Просунуть, удерживаем, сдвинуть в бок. Так, теперь я беру эту штуку, которая на А. Ну, по-другому, видимо, поворачиваю механизм, было и не сделать. Так вот его вставляю. Для того, чтобы его здесь вот расперло. Его распирает. Он при этом продолжает крутиться в нем. Мы берем, вставляем вот эти части вот сюда. Вот с этой части вставляем вот сюда.
И закрепляем вот этой чудо-деталью. Ух ты! Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Если вам не сложно, обязательно поставьте это. Без бутылки не разберешься, реально. Вы посмотрите. Вбиваем середину, устанавливаем ее. Вот эти вот почетные места. Да, вот так вот. Вставляем вот сюда. Вставили. Вот этот непонятный агрегат. Так, и устанавливается вся эта приблуда каким-то образом на него. Можно узнать как. А вот так. Здесь все прямо сходится. В какой-то прекрасный момент же должно было все сойтись, правильно? Угу. Вот прямо средняя пластина мне покоя не дает. Здесь нужно будет рихтовать. Я думаю, вроде бы почти везде провалилась, но не хочет проваливаться в среднюю. Попробую ее подогнуть с другой стороны. Угу. О. Да, кажись, я вставил. Вот такой у нас прогресс. Я сейчас быстренько соберу другие колеса. Да, слушайте, посмотрите, впереди такая амбразурка симпатичная. Надеваем здесь наш лючок. По-видимому, это лючок. Вот такая вот запчасть, которую мы устанавливаем вот сюда. Вот некоторые колесики, я уже сейчас чувствую, они очень легко крутится, а вот это застопорилось. Но это не беда, для этого нам шкурка и дана, по-видимому, чтобы некоторые детальки подточить. А вот здесь, к сожалению, придется что-то придумывать. Может быть, клеем нарастить. Вот эти штуки, которые ранее болтались, когда мы на них надеваем вот эту, скажем так, нашу броню, элемент нашей брони, она упирается вот в эту деталь и смотрит вот так вот. Я думаю, что это должно быть просто. Вот с этой стороны нашего танка мы берем вот такую пластину и надеваем. Да, вот немножечко силы приходится придавливать, чтобы вошли все в пазы. Мы, я так понимаю, устанавливаем лючок с помощью вот такого вот ключика. Продеваем. И вот задний лючок нашего автомобиля. И устанавливаем последнюю деталь торжественно. Устанавливаем. Правильно. А тут очень просто все. Она просто входит в пазы, вот и среднюю часть. Хорошо. Ой. Да, господа, я собрал его. Давайте я возьму камеру. Ну что ж, я вам хочу сказать, что я получил определенное эстетическое удовольствие от сборки данной модели. Мне нравится, что у нее двигается пушка. Теоретически у нее будут двигаться колеса, после того, как вы немножечко подровняете шкуркой кулаки автомобиля. Вообще, конечно, китайцы молодцы, придумывают интересные вещи. Я думаю, что если вашему ребенку уже лет 6-7, то есть он школьного возраста, ему уже можно такие конструкторы покупать. Ему будет интересно собирать такие модели. Ну что ж, ссылочка на данный товар будет в описании под видео. Напомню вам, что данный конструктор стоит всего $1,5, и на самом деле там множество вариаций, особенно тему авто от техники. Вот, примерно за такие же цены, совсем недорогие. Ну что ж, всем спасибо за просмотр.
Если вам не сложно, обязательно поставьте этому видео лайк. Мне будет крайне приятно. А вам желаю я удачи и хорошего настроения. Пока.